Если вас кто-то спросит, что из себя предоставляет тележка Е16, покажите им этот ролик, и он все поймет. Берем сверло прямое, вставляем в отверстие. В этом отверстии крепился раньше кронштейн аккумулятора. Аккумулятор я переставил в другое место. Вот я вставил сверло в это отверстие. Подношу уголок к сверлу. Так вот повернем, чтобы кромочка сверла соответствовала. Вот он здесь совпал, видите? Совпал. А вот сюда в этот момент помещается со свистом болтик. Шестерка. Нет, это не сверло кривое. Это у кого-то руки из жопы растут. С болтиком то же самое, просто менее наглядно будет. Вот зазор, видите? Ой, как залезть сюда. О, вот такой зазор здесь. То же самое наоборот, если вставить. Вот уголок касается. Вот такой здесь зазор уже 1,2 мм на расстоянии 3 сантиметра. То есть вот так наискосок просверлили и полетело.